На даний час я ще й досі являюся діючим офіцером Збройних сил України. У мене відпустка. Вже другу відпустку я провожу на сході. Як можна бути офіцером української армії і попасти в плен к собственному народу? Ви це маєте в виду, да? Це парадокс, я розумію. Убивала ли я? Ну да, я убивала. Скажу чесно, я йшла і смотрела, де підбиті БТРи. І, понятне діло, що якщо це вже війна, то я говорила правее і левее. Да, это работа наводчика. Я видела этих ребят, вот, которые там даже сейчас меня окружают конвойные. Я видела ребят, которые с той стороны. Как бы их ни называли, это в основном дети, которые даже в армии не служили, потому что в последнем времени у нас в Украине не было армии. Один выстрел, он тянет за собой два с другой стороны, два с другой, четыре с этой. Поэтому люди озлоблены. Я написала рапорт на увольнение из армии. Я против именно такой постановки войны на данный момент.